Рядом с домом в жилом комплексе «Пригород Лесной» в Международный день защиты детей распахнула свои двери женская консультация. Перерезать заветную красную ленту и поздравить с открытием приехала заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. В истории Ленинского городского округа это первая такая знаковая веха развития перинатального центра, открытие филиала в отдельно взятом жилом комплексе. Я желаю всем жителям пригорода Лесное и особенно девочкам, девушкам, женщинам, тем, кто будет приходить и наблюдаться, и сопровождаться вот в этом замечательном месте, в этой поликлинике, в женской консультации. Желаю здоровья. Внутри просторно, светло и комфортно. Филиал оборудован всей необходимой техникой по самым современным стандартам. Есть процедурный кабинет для забора анализов, кабинет УЗИ для проведения функциональной диагностики, и это еще не все. Площадь женской консультации более 160 квадратных метров. Это 10 различных кабинетов и помещений. И есть даже дневной стационар на 3 койко-места. Помещение выделено администрацией муниципалитета. Также за счет средств местного бюджета выполнен ремонт и предоставлена служебная трехкомнатная квартира одному из врачей этой женской консультации. Всего в штате филиала 2 акушера-гинеколога и специалист по проведению УЗИ. Они помогут девушкам и женщинам в решении многих вопросов. Здесь можно сдать анализы мазок, онкоцитологию, сдать все необходимые, пройти полностью комплексное обследование как беременной, так и гинекологической пациентки, сделать кольпоскопию, провести ультразвуковое исследование. В первый же день работы женскую консультацию посетили 10 местных жительниц, которые мгновенно оценили прекрасные условия. До Видного здесь совсем неудачно добираться, надо пересаживаться на автобусы, то есть на 2 автобусах, чтобы доехать до Видновского перинатального центра, а здесь очень удобно будет и комфортно. У нас здесь пока открыто 2 акушерско-гинекологических участка на 40 посещений в день. Это достаточно большое количество посещений. Я думаю, мы на сегодняшний день удовлетворим потребностями жителей микрорайона «Пригород Лесное». В дальнейшем, в принципе, мы можем расшириться до 4 участков. Также в планах открытие женской консультации в других крупных жилых комплексах муниципалитета. На очереди Зеленые аллеи. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.